Работа по нескольким секциям, расширение жанровых возможностей, образовательный форум «Время кино» и ретроспектива председателя жюри Николая Досталя, режиссеров Андрея Кончаловского и Салавата Юзеева – это то, что может переместить заядлых киноманов из собственных квартир в недра казанских кинотеатров почти на целый день. Однако фестивальная публика всегда отличается терпеливостью. Просмотры по 6-7 фильмов в день – норма для международной фестивальной киномассы. В этом году в состав жюри у нас работает по 4 группам. Это новшество. По направлениям полнометражный игровой фильм, короткометражный игровой фильм и «Россия молодая», документальное кино и национальный конкурс. Каждая из этих групп – авторитетно признанный специалист России и зарубежных стран. На образовательном форуме «Время кино» парад дебютных работ из России и зарубежья и новый обрис почерка актеров, которые перешли в режиссуру, обилие короткого метра и документального кино и расширение международных контактов. В этом году с кинофестивалем из Египта. Между этими двумя фестивалями, нашим фестивалем и асуанским, будет подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Это такое знаковое событие, надеюсь, на этом фестивале будет, потому что соглашение предполагает не только обмен программами этих двух фестивалей, но и переговоры по созданию копродукции на территории Татарстана. Среди явных фаворитов фестивальной карты, а это Иран и Турция, расширяется международное поле деятельности кино. В этом году, благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Глебовича Миниханова, в конкурсной программе фестиваля появилась новая номинация «Национальный курс». Конкурс. Церемония открытия начнется 5 сентября возле пирамиды. В 5 вечера закрытие «Красная дорожка» засветится, как и в прошлом году, в театре опера и балет имени Мусы Джалиля. По дорожкам пройдут Светлана Светличный, Владимир Конкин, Наталья Варлей, Леонид Кулагин, Кирилл Плетнев, Кирилл Разлогов. Пока еще не все фамилии гостей озвучиваются, как и увеличившаяся цифра бюджета фестиваля. В прошлом году она составила 19 миллионов рублей, так что держим финансы для каких-то мегафамилий, которые в разное время в Казани были чуть ли не главной приманкой форума кино. Дмитрий Пивоваров, Айрат Мухамедзянов, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».